Привет, меня зовут Аня, и я работаю в команде над развитием активистского кейтеринга «Еда спасет мир». Мы готовим вкусные кофе-брейки и фуршеты для городских мероприятий из продуктов, не реализованных магазинами, производствами и рынками. Чаще всего мы забираем хлеб, фрукты и овощи. Но уже сейчас ведем переговоры с производствами молочной продукции. На всех этапах кейтеринга мы стараемся сократить возможный ущерб для природы. Не готовим мясо, закупаем больше продуктов без упаковки или в перерабатываемой таре, не используем перчатки, а просто чаще моем руки, собираем мусор раздельно, а посуду используем многоразовую. Также мы стараемся быть гибкими и инклюзивными, учитывать пищевые особенности гостей мероприятия и потребности заказчика. Мы выбрали ребят, потому что в их проекте есть смысл, и они по-настоящему помогают. Наш проект в первую очередь призывает повышать осознанность в потреблении и сокращать количество выбрасываемой еды. При этом для нас важно держаться на уровне с конкурентами и делать действительно вкусные блюда с красивой подачей. Для меня, как для повара, это всегда какой-то такой маленький приятный вызов. И когда подходят люди потом, говорят не просто спасибо, но еще и спрашивают как, зачем и почему, я прям от этого кайфую. Уже сейчас, благодаря 3-4 заказам в месяц, мы спасаем до 130 килограмм продуктов. Но гораздо важнее то, что десятки людей начинают задумываться и беречь еду.